let's be friends. You only need what's best for you and not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep thinking about everything we could be. Let's just see what comes to be. She said, we're all made in Hollywood, fake loving and hating on silver screens, believing everything we come to see. Go outside, it feels so good. We're loving and hating and making scenes. Now we just see everything we believe. We just see everything. Всем привет, с вами, как всегда, Драйвер 51 Рус. Сегодня у нас на обзорчике будет приватный мод. Значит, мод у нас называется, значит, МЗКТ-754-440-10 Волод 8x8. Значит, мод предоставил мой друг и подписчик Сергей Зубков. Значит, давайте прочитаю описание мода. Это для него персонально делали ребята. Вот. Так, значит, мод МЗКТ 754-440-10 Волод 8x8 для Спинтайра Смудранер. Значит, есть анимация руля, кабины, подвески, рамы, карданов, аддонов, брызговиков. Также подножек вот этих ступенечек, значит, присутствует. Анимация. Так, есть несколько аддонов, проходимость высокая, может возить несколько видов грузов. Значит, по модели и текстурам, значит, модели текстуры. Сергей Бочаров, Сергей Пасечник и Рони. Значит, аддоны Сергей Бочаров, Сергей Пасечник и Рони. Колеса Сергей Пасечник. И мод сделал, собрал Рони. Окончательный, значит. Авторские права на модель принадлежат их авторам. И ссылочка на владельца данного мода приватного будет в описании на Сергея Зубова, значит, под видосом. То есть, у кого-то, если возникнут вопросы, где такой мод можно сделать, кому обратиться, как это все делается, можете писать Сергею и всю информацию узнавать у него. Ну, а если вопросы возникнут там самим мододелом, как бы я их озвучил, все, в принципе, их знают. Можете посмотреть у меня на одном и на втором канале. Есть ссылочки на них. Также в группе они у меня есть в друзьях. Ссылка на группу есть в описании под видео. Можете пройти в друзьях, их у меня найти и написать ребятам. Значит, распространение по интернету данного мода строго запрещено. Мне вот все-таки ребята доверили записать обзорчик на данный автомобиль. И давайте как бы его посмотрим. Полностью погоняем тут по полигону. Что есть, чего нет. Ну, мне очень понравился данный аппарат. Я немножечко тут его, конечно, тоже Сергей дал посмотреть. Подправить что-то где-то может быть.
Я здесь, значит, сделал фонарики диодные. Давайте можно их посмотреть, как они тут работают. Задняя передача, все эти диодики все тоже я прописал, конечно, тут помучился немножко. Топ-сигналы, все рабочие. Это, блин, перепутал маленечко. При запуске еще там полосочки запускаются. Текстурки, конечно, и сама модель, ребята, просто зачет. Парни постарались, молодцы. Серега тоже молодец, нашел хороший аппарат. Заказал у ребят. Собрали, видите, охрененный просто танк. Это новая модель Волота, вот этого автомобиля МЗКТ. Значит, по текстуркам салон. Иллюзия в зеркалах. Вроде как они работают, да? Анимация руля у нас, анимация стрелок, подсветка торпеды, сами текстурки. Можете наблюдать, все просто классно выглядит. Зачет, вот просто зачет. Я вот смотрел, его катал тут. Немножко еще ему, конечно, вес с подвеской изменил. Вот, что-то подправил. Так, конечно, парни молодцы, постарались. Прям просто молодцы. Да? Шикарный автомобиль. Свои у него персональные аддоны. Да? Груза там какие-то. Сейчас мы это все будем смотреть. Естественно, значок морской пехоты. Эмблема. Это Сергей. Специально для себя, персонально заказал у ребят, сделали вот такую эмблему на Волоте. Обалденно, короче, выглядит все. Давайте все, много разговаривать нет смысла, надо смотреть данный аппарат. Ну, конечно, анимация запаски даже вот присутствует здесь, ребята. Анимация на выхлопной трубе, задвижка открывается. Ну и давайте свой звук, естественно, там у него... Хороший такой, прекрасный. Анимация запуска двигателя. То есть все это присутствует. Давайте заведем. Посмотрим сразу задвижечку, да? Охрененно, ребята. Ну, парни вот молодцы, конечно, замутили. С анимацией тут, с текстурами. Сама моделька. Молодцы, ребята, мододелы, конечно. Ну, естественно, мод приватный, поэтому... Сами понимаете, что это не бесплатная и эксклюзивная машинка. Так. Так, ну давайте посмотрим анимацию запаски. Полный привод у него подключаемый идет. Запаска болтается, ступенечки. Смотрите, да? Вот охренеть, просто охренеть. Мод шикарный, просто шикарный. Текстурки и моделька, конечно, тоже прям вот зачет. Прям вот. У меня слов нет. Я сам когда получил этот мод, ребята, вот Серега мне скинул, да, для обзора. Конечно, мод шикардосный просто. Парни, вот прям. Всем пятерка жирная с плюсом, прям вот. Вот. Из пяти прям пятерка жирная с плюсом. Так, ну давайте, естественно, залезем в салон, посмотрим анимацию стрелок. Так, значит, свет, анимация руля, надпись «Волот» у него, да, присутствует на руле. Анимация тахометра. При включении света вот включается у нас подсветочка. Так, ночью все это у нас все циклирует классно. Так. Выскакиваем. Давайте снаружи посмотрим. При запуске, значит, я тоже тут свет немножко перекрутил. Прописал габаритики. Свет подправил. Естественно, посмотрим задние фонари при запуске, да, и вообще, как они тут все работают. Ночью давайте глянем. Все это все классно выглядит. Свет включается у нас дополнительно тут. С фонарями, конечно, ребята, блин, почти день потерял.
промучился и текстурками. Ну, собирали ребята его тоже очень долго, я так думаю, кропотливая работа такая. Такой аппарат надо собрать, внедриться. Так, анимация рамы, анимация карданов. Запаску мы посмотрели, задвижку на выхлопной трубе, да, вот эту посмотрели, подсветочка, брызговички все анимированы, вся подвеска, естественно, работает замечательно. Давайте уже перейдем к аддонам. Свои у него аддоны. Так, начнем давайте с того, с чем мы будем кататься тут уже по полигону. Сразу мы поставим брызговички передние, которые у нас будут на постоянку стоять. По, если кто-то смотрит, что по аддонам, как тут прописано, естественно, что владелец сам еще тут под себя переберет. Я ничего тут уже не правил, как бы, что ребята собрали и дали, как бы, это я разучивать не буду, в принципе. Но брызговики, как бы, и бар тоже, как бы, я прилепил, понемножку тут поставил. Брызговики будут 10 ремонта, бар будет сверху, подсветка фонарей 20 очков, да. Так, мигалочки. Вот. Это у нас... А, еще что-то, дуга у нас где-то, вот. Ну, вот видите, на дуге прописано 300 ремонтных очков. Многовато, конечно, но... Я думаю, что это можно исправить. Ну, а может, человеку нравится, чтобы так было, поэтому я думаю, что это на усмотрение любого владельца там своего мода, да, какого-то, или просто мода, не обязательно приватного. Там люди делают все по-разному. Там. И по погрузке, и по весам. Да, и по очкам, как бы. Поэтому, так, значит, давайте, все, погнали дальше. Значит, у нас присутствует голод аддона, значит, 200 ремонтных очков. Это у нас сюда в нишу ставится ремонтный ящик такой, да? Вот справа. Можно его поставить, с ним ехать, да, дополнительный ремонт. Или за место него можно поставить нам, например, дополнительный бак 150 ремонтных очков. Я буду кататься с баком, поставим его. Тоже, кстати, присутствует анимация топлива, тут все сделано. Значит, и погнали. Так, давайте, наверное, начально по просто аддонам, да? Не по прицепам. Просто аддончики посмотрим, значит. У нас трейлер. Увел, значит, 1800 литров. Ой. Да, 1800 литров, 200 ремонтных очков. Это у нас вот такой прицеп. Сейчас мы с ним обязательно прокатимся. Найдем еще, у нас есть цистерна. Значит, 1800 литров. То есть, естественно, с анимацией топлива там. Как положено, все есть. Прицепчик давайте тоже заценим. Все прям по красоте, все в цвет. Цвет тут я тоже немножко, конечно, подправил местами, да. Ну, а так, в принципе, тут... Выглядит, конечно, прямо обалденно. Так, поехали на заправочку. Классный, классный аппарат, ребята. Вот знаете, вот мододелы, когда умеют делать люди, то вот они, видите, делают обалденные аппараты. Так, это у нас топливный бак справа, который, да, мы ставили. Давайте его тут добьем. Погнали, цистерна. Заправляем цистерну. Заправляем цистерну. Все проседает. Все хорошо. Так. Поехали. Ну, какой-то у меня, видно, косячок по заправке. Все, ну, в принципе, заправляется, все работает, да? И поехали. Вес я ему прописал, конечно, тяжелый, свои следы на колесах здесь присутствуют, то есть сейчас мы можем их наблюдать, вот видите, да, прямо от протектора, как говорится, то, что доктор прописал. Подвеска работает замечательно у него, проходимость, что тут, анимация кабины, ох, нихера себе, мы там
мало-мало прицепом побахаем по ямам. Спасибо всем ребятам за предоставленный аппарат, за то, что ребята сделали, за то, что Сергей дал на обзорчик данную машинку. Данный такой тягач сидельный, да, ну, и как сидельный тягач, так и как просто грузовик, да, прям вообще, скажем, в нашей игре Pintaro SnowRunner прям пригодится. Еще раз говорю, ребята, по поводу писанины мне, дай ссылку или что-то еще. Есть ссылка, ребята, на автора мода. Пишите автору, владельцу мода, и уже общайтесь с ним. Мне по таким вопросам, по любым модам, можете мне вообще просто тупо не писать. Я этим не занимаюсь. Там, если приватный мод на продажу, даже как бы на обзоре где-то там есть. Есть ссылочка на авторов, на владельцев модов. Ребята, пишите все, значит, вопросы, задавайте туда. Классно. Идет как танк. Проходимость у него действительно высокая. Ну и засадить его тоже можно, как бы во время тестирования, как бы я катался по картам. То есть несколько раз по колье по одной проходишь, можно его, конечно, и засадить, и тоже нужно будет лебедочкой воспользоваться. Ну, конечно, машинка шикарна. Шикарна. Так что пишите автору, у кого есть вопросы, как все это делается. Я думаю, что многие хотят там иметь свою эксклюзивную машину там для покатушек, да, в игре. Пишите, например, авторам модов, да, или владельцу данного мода, как он все это реализовал, куда обращался, с кем общался, как все это делается, как все заказывается, подбирается и так далее. Блин, ну красавец, красавец, аппарат просто нет слов. Так, все будем скидывать здесь, наверное, да, или смысл оставлять. Давайте будем прицепы будем оставлять. Так, мышку потерял. Цепляем прицеп. Цистерну мы так скинем. Так, цистерну мы посмотрели. Снимаем. Так, дальше у нас из обычных аддонов, значит, идет платформа лесовоза, перевозит она у нас бревна. Естественно, все, ребята, все прям подобрано, своеобразные у него, конечно, классные аддоны стоят, замечательный прицепчик, колеса на прицепе тоже зачетные, конечно, вот шикарный. Так, давайте грузиться, значит, 2 очка загрузки у нас идет сюда, в платформу лесовоза, да, и 3 идет в прицеп. Все, естественно, работает, скидывается, загружается. Давайте скинем, проверим загрузку, погрузку, как все это на приватных модах у нас работает, потому что даже в Pintaro вышла платная DLC, да, например, Чернобыль, да, и на одной машине там вместе с DLC шло 2 новых автомобиля, ЗИЛ-157 и МАЗ-509, да, и в итоге одна машина на платной DLC от разработчиков не работала, не грузилась машинка, да, не знаю, сейчас они исправили это дело или не исправили, вот, но сам факт, что было такое. И как видим, можем заметить, да, на приватном моде мало того, что шикарный салон, шикарная модель, шикарные текстуры, шикарнейшие аддоны, да, просто зачетные. И все работает у нас
все по красоте. Есть огроменная разница между приватными модами, да, и дефолтными машинами в игре, которые присутствуют. Это, конечно, минус жирный разработчикам игры, которые элементарно не могут сделать в игре все так, как надо. Не делать миллион там различных непонятных обновлений, которые превращаются в новую игру, например, да, а просто делать одну игру и дорабатывать ее, внедрять там классные аппараты, более реалистичные, да, машинки, рецензионные машинки, опять же, и с панелями, да, с подсветками, классными текстурами, как это делают ребята на приватных модах, вот так. Поэтому мододелам огромнейший жирный плюс за вот такие прекрасные моды, да, а разработчикам игры жирный минус, потому что таких аппаратов в игре, да, нет, ребята. Только благодаря, скажем, мододелам и ребятам, которые заказчики хотят персональные, как бы, моды, вот такие эксклюзивные, реализовать в игре, как бы, вот видите, они состыковываются, находят общий язык, конструируют классные автомобили. Вот, конечно, в чем вся разница, да, дефолта и приватных модов. Прям у меня нет слов. Проходимость, да, прет он, ребята, как там, как и должен ехать, да, действительно. Скоростные качества, ну, вот я коробку настраивал с весами, да, и подвеску, то есть, как бы, и чуть больше, чем у дефолта. Ну, как бы, я думаю, что игра, как бы, и в принципе, как бы, не заточена под большие скорости, да, то есть он даже гружен, вот идет, в принципе, как дефолт пустой практически, да. Ну, то есть он где-то в районе там 30 с чем-то под 40 выдавливает. Пустой. То есть, в принципе, ходовую вроде я ему тоже подправил нормально. Вот. Ну, конечно, и звук. Все анимации, которые, да, присутствуют на аппарате, текстурочки, прям за счет. Так, прицеп мы откидываем, да, пусть он там у нас. Так, отцепляем, скидываем сразу на аддон платформу лесовоза, ставим следующий аддон. Так, езжаем. Следующий у нас будет Т2 очка гаража, и должен быть у нас еще такой где-то, ребята, прицеп тентовый, по-моему, да, вот он. Вот. Тоже 2 очка, да? 3 очка гаража и 200 ремонтных очков, в принципе, да, можно было и в этот тентовый что-нибудь прописать немножечко, да? Тоже своеобразные такие прицепчики. Трехосный прицеп, смотрите, когда прям вообще классно, классно. А там еще и свет какой-то есть на фонарях. О, я вот это вот не обратил внимания, да. То есть тут еще есть у нас топ-сигнал такой на кузове, да, и тут все у нас работает. Ну, шикарный танк. Даже давайте попробуем в ночи прокатиться. Все тут у нас от мигалок все мигает, да, свет. Ну вот видите, опять же, проблема с зеркалами, да, в игре не, она не реализована, как бы. И вот видите, текстура получается как светлая такая, как дневная, да, в зеркале. Ну, это уж, как говорится, косяк игры, что еще могу сказать. Полный привод отрубил, да?
Блин, ну просто, я говорю, танк, ребята, танк. Во-первых, я пытался в интернете найти видео на данную машину. Она свежачок, новая модель. И практически даже видосов я не нашел на данную настоящую реальную модель Волота, вот этого, да, этого МЗКТ. Хотел посмотреть, как оно все там в реальной жизни. Но только нашел картинки, как бы, практически, да. Нигде как таковых видосов еще по новому этому агрегату нет. Но зато в игре Spin Tires Mud Runner, ребята, он уже есть. Вот это радует прямо-таки. Можно живую, если не посмотреть никакой обзор на него, да, то в Spin Tires Mud Runner обзорчик уже на данный аппарат у нас будет. Вот. Так, отцепляем прицеп мы. Скидываем мы, значит, этот аддон тент. Где он есть у нас? Где-то внизу был, да? И сейчас уже, я так понимаю, это мы все вот из таких аддонов просто посмотрели. Дефолт я не буду цеплять, смотреть. Ну, нет смысла, как бы, да, если есть на приватном моде свои какие-то эксклюзивные аддоны, прицепы и все остальное. Так, цистерну мы смотрели. Тент смотрели. Цепляем мы, ребята, сцепочку. Вот такая у нас сцепка. Сцепочка. Да, все. Сейчас я, подождите секунду, посмотрю. Так. И она, походу, даже сейчас с анимацией. Видите, так она стоит прямо. Ставим. И она проседает. Да, есть анимация даже с самого седла. Так, и погнали. Погнали, погнали. Переходим к тяжелой артиллерии. Да? Бац. У нас появляется вот такой трейлер. Цвет машинки. Давайте посмотрим. Такие кразовские колеса высокие, да? Сейчас мы его загрузим, естественно. Давайте, так у нас получается. Называется, название видели, закаты морпех, так как персональная эмблема морской пехоты на машинке. Так я тут и прописал, немножко как доправил его. В принципе, владелец Серега может как бы как назвать ее как угодно. То есть, так. Давайте, вот у нас свой груз, 6 очков. Бац, просел прицеп. Текстура, ребята, даже на вот грузе на камнях, конечно, шикарная. Ну, что говорить, приватный мод, правильно? Так, сейчас мы отъезжаем. Все, вот эти у нас провода тоже присутствуют. Попробуем мы его сейчас по анимации. Сейчас давайте борт, ноги, кузов, да? Охренеть. Блин, хочу вторую камеру посмотреть. Вы это видите, ребята, да? Все, груз в кузове, все как положено, открывается, закрывается. Присутствуют, значит, у нас двигаются опоры. Цеплять. Так, борт, ну я не знаю, что это борт такое. Борт. Давайте попробуем поднять его. Вот. Попробуем. Вот, ну это, наверное, задняя крышка должна открываться, я не знаю. А, так, о, все, да, я ее открыл. Охренеть. То есть, если мы скинем дрова, то можно их будет и вытряхнуть отсюда. С тем, что открывается задний борт, да? Так, все это убираем. Сейчас мы поедем, ребята, на нем. Давайте протащим. 6 очков загрузки. Ну, это, конечно, ух, прям ух. Вот это прям для него, наверное, да?
даже, наверное, туда нефиг ехать. Давайте разворачиваемся. Сейчас сразу туда болото его засадим. Текстуры, конечно, даже вот на прицепе, да? Прям все. Все прям классненько. Даже вот эти стоят повторители, или как они там, габариты вот эти, да, усики, попугаи кто-то их называет, как мне сказал Серега, все, даже попугаи светятся, подсветочка есть, то есть можем это все лицезреть, даже вот ночью включить, да, внизу идут габариты, да, и сзади все там как надо. Ну давайте, лезем в грязь. Где-то тут прям жестковатое такое место есть вот тут, по камышам. Ну, первый раз он тут нормально проезжает, потом это будет прям тяжело, я думаю. Тащит, тащит, да. 6 очков, но тяжело ему. Уже не так он идет, как с прицепами. Обычными. Конечно, шикарно выглядит. Надо бы скриншот залепить. И колесо висит, крутится. Классно. Зачет. Зачет. И владелец, и мододелы, ребята, молодцы прям. Ну и я тоже молодец, фонарики прям, прям меня радуют, долго я с ними сидел, каждую диодную эту лампочку выводил. В принципе, таких даже просадок никаких не чувствуется, весит, конечно, он многовато, скажу я вам, вот в мышевом файле, как бы, да, что-то в районе, потерял, ё-моё, давай назад. Что-то я криво, наверное, встал или что? Что это? Катимся. Потерял прицеп, ёкарный мобай. Так, ну и сейчас мы его тут отцепим где-нибудь, да? Давайте. Так. И у нас ноги. Руки, ноги, да? Со звуком, но я надеюсь, ребята, должно нормально быть слышно. У меня тут проблемы с микрушником постоянные. Поэтому я надеюсь, что будет хорошо слышно. Так, давайте сразу. Сюда все пачкается зачетно, да? Пачкается, намокает, все классно. Так, переходим дальше. Значит, это у нас был первый трейлер, да, цистерна. Так, цистерна у нас 4000 литров, тоже своеобразная текстура, своеобразная, ребята, цистерна. Газпром нефть, вот так вот. Поедем заправляться. Тут машина, и пошла у нас заправка, трейлер, цистерна. Все проседает, все заправляется. Давайте отваливаем заправочки. Все, анимация топлива тоже, ребят, присутствует там. Посмотрим, можно, давайте посмотрим текстурки прицепа, колесики. Прям зачет, да? Классно выглядит. Пугай эти, да, у нас тоже все светится. Боковая подсветка. Все. Со светом все шоколадно просто. И погнали, черт. Погнали. Погнали, ребята. О, можно даже такой скрин бабахнуть. Давайте-ка сделаем. Да. Все ребята молодцы. Все вот прям, мне прям очень сильно нравится. Классный аппарат. Анимация кабины такая прям сделана классненькая. Ух, он идет прям. Давайте, кстати, вот по этой старой колье бахнем.
которые только что ехали. Так надо сразу скорость сбрасывать, потому что мы его сразу тут в букс зарядим. Но второй раз тоже еще и в принципе хорошо идет. Давайте будем накатывать колею здесь. Я думаю, мы его тут уже подсадим. На следующую поездочку уже будет ему тяжеловато здесь, я думаю. Ух, сейчас я его на дерево натяну, на сосну. Забор воздуха есть тоже, да, вот тут видите, засасывает двигатель у него. Ходом как он его берет вообще. С Сергеем я вчера разговаривал, дал он мне добро, я себе тоже вот этот МЗКТ, ребят, перетекстурю, буду на нем кататься, проходить одиночные обзоры, да, по катушке устраивать. Посмотрим, как там, что я эту текстурку подберу под него. Вот, спасибо, конечно, Сереге огромное, что дал добро. Так, ноги, ребята. Выпускаем мы ноги. Оп. Вставляем прицеп. Все классно. Поехали дальше. Что у нас следующее будет? Да, видите, пачкается он прям. Зачет. Так, не доехали на погрузку. Так, и выбираем мы. Давайте следующий. Трейлер. Фуил, это мы уже смотрели его, да? Ага, вот. 800 ремонтных очков. И 4 очка гаража. Этот у нас трейлер не грузится. Но выглядит, ребята, и сама суть данного тандема такого, да? Смотрите, как у него там это дело. Я даже не знаю, как это называется. Складывается, да? Смотрите, как он складывается. Охренеть, да? Блин. Ё-моё. Да? Обалдеть. Вот назад сдавать с таким прицепом, я даже не знаю как, ребята. Ну, классная анимация, классный прицеп. Серега говорил, что, говорит, я его долго, говорит, искал, нашел. Это надо, конечно, супер-пупер мастерство иметь, я не знаю. Конечно, было бы хорошо, если можно было бы блокировать вот это соединение, да? Чтобы ровно можно было сдавать, как вот на некоторых прицепиках делают, да? Ну, можно попробовать, конечно, да, вот назад. Да не, вы что, я не могу себе представить, как это все. Ёперный матрас. Ругаться, буду ругаться. Ёперный матрас, ребята, как его вот как его тут? Я, конечно, ездил с прицепом, но, блин, но не с такими вариантами, да? Это, короче, очень тяжко будет. Ну, конечно, вообще сделано шикарно, ребята, просто шикарно. Так, где двойка? Охренеть. Вообще зачет. Вот это, блин, танк. Вот это автопоезд, ребята. Охренеть. Вот сейчас мы по старой колее там мы с ним и поедем. О, видите, он уже и тут уже который раз мы едем, да, уже с буксом идет. Уже ему тут туговато. Поэтому проходимость, да, у него шикарная проходимость, прям вот вообще. И давайте по этой старой колье, по этому болоту, сейчас мы его сюда. Оп, все, уже тут он уже туговато идет. Шикарный, ребята, прицеп, вот просто. Я уже не говорю за мод, как бы, что тут все прям вообще обалденно, да? Но прицепы, вот эти эксклюзивные, да, вот.
охрененные модельки, охрененные анимации. Опа, вот я вам про что и говорил, ребята, да? Так, еще сейчас у меня хрена не получается. О, сейчас мы понижаечка. Для этого у нас существует. У меня просто руль еще подключен, может быть, поэтому тут у меня вот эта передача, чтобы туго брать. Обзор пишу, конечно, на этом самом, на клаве. Блин, ну вообще, да? На понижаечке нормально он как бы выводит, да? Повышайку, интересно, я смогу вставить. О! Тут Серега еще просил сделать на него, когда он задним ходом сдает, чтобы сигнал был. Но это я уже тут на днях с ним состыкуюсь. Посмотрю, там надо ему добавить точек на прицеп, он просил, и звук по заднюю передачу сделать. Все это будет, естественно, тоже на моде в дальнейшем. Блин, ну просто, просто у меня нет слов. Как его сфотографировать? Заскринить, да? Ну, давайте туда, наверное, лучше выйдем где-нибудь, там где-нибудь бахнем. Твои следочки, прям красавчик, красавчик, парни молодцы, красавчики прям, вот прям респект за данный аппарат. Давайте-ка тут я его заскриню. Колеса, смотрите, да, крутится, обалдеть. Так, скрин есть, все, погнали. Погнали, как говорится, наших городских. Блин, вообще зверюга аппарат. Ох, грязь в разные стороны, вообще огонь. Вот это мото, ребята, вот это, блин, прям вот реально мото. Еще раз, ребят, повторяю, ссылочка на владельца мода будет в описании под видосом. Если кому интересно, есть желание, там, возможность, да, заказать какой-то персональный тоже мод. Обращайтесь к мододелам, к Сереге Почарову по текстурам. Он тут, я не знаю, кроме Рони. Да, и опять же к Сереге Пасечнику, смотрите, как бы, да, ребята делают совместно, видите, как собрали какой аппарат. Так, мы его отцепляем. Давайте дальше смотрим, что у нас тут еще есть. В принципе, у него очень много прицепов, да, своеобразных. Сами видите, да? Так, гараж. Смотрим, что у нас следующий. Так, лесовозный прицеп. Перевозит тоже бревна он у нас. Давайте грузим. Значит, 6 очков загрузки. Вот такой аппарат. Ох, вообще классно. Давайте-ка скинем груз. Проверим загрузочку, погрузочку. Все это дело. Блин. Где камера эта чертова? Так, выпадает у нас 3 длинных бревна. Ну вот ему бы еще не помешал бы, конечно, сюда какой-нибудь манипулятор. Вот, вот хочу заметить, да, парни? Манипулятор у него свой бы было бы, конечно, хорошо, если бы был бы. Элементарно приехать на погрузку, да? И самому. В принципе, гараж он возит, ремонт он возит. А, мы забыли еще посмотреть техничку, но, ну, поставим техничку в конце, давайте. То есть, чтобы он мог сам грузиться элементарно, вот, да, сзади где-нибудь, вот, после запаски, вот, где вот эти провода, где вот эти щечки стоят, можно было бы, конечно, купить какой-нибудь манипулятор поставить для погрузочки. Было бы вот чего не хватает. Так что, парни, будете смотреть обзорчик, посмотрите, может быть, можно будет какой-то манипулятор сюда ему вдурить свой, чтобы он мог спокойно сам погрузиться где-нибудь.
А так, в принципе, ох-ох-ох, опять. Давайте-ка понижайку. В принципе, все у него есть. И топливо, гаражные части, ремонтные части. Груза он перевозит. Да, но, блин, нет манипулятора, чтобы самостоятельно можно было грузиться. Вот чего не хватило, конечно, вот манипулятора, да. Нету его. Вот это, конечно, небольшая проблемка такая. А, в принципе, вот с прицепом лесовоза можно было бы манипулятором. Ну, вот, ребята, я его и засадил. Ага. Хоть и 8 на 8. О. Видите, несколько раз прошелся. Ну, с другой стороны, для этого тут и нужна понижающая передача, да, как бы. Лебедка для этого же нужна, поэтому все тут нормально, все правильно. Да и никто, наверное, в принципе, не ездит. Карты вот надо делать, ребята, делать не больше пилок, да, а делайте одну дорогу, чтобы несколько раз, как бы, чтобы пилки были в одном месте и не было возможности по-другому проехать. То есть вот я вам идею подкидываю, чтобы вот видите, реальный грязимес. Несколько раз ты прошел по одной дороге, и уже проблематично ехать просто так. Не надо где-то там раскидывать по всей карте. Сделайте, да, большую карту, длинную дорогу, но одну. И вот тогда, чтобы несколько раз туда, например, там сделайте там, например, 3-4 пилки. Да? И чтобы других вариантов где-то проехать не было. То есть, как бы, чтобы приходилось ездить все время по своей одной и той же колее. И вот это будет интересно, намного интересно. И вот мне даже странно, почему вот разработчики не сделали, что если играешь в мультиплеере, друг от друга колея не остается. Каждый, то есть, получается, накатывает свою колею. Ну, сделайте вы, блин, да, чтобы можно было элементарно ехать по чужой колее. Ну и опять же, и водителя не видно, как бы, да, у напарника в мультиплеере, поэтому тоже странно. Это все, как бы, я считаю, что это недоработки игры. Почему вот этого нельзя было реализовать, да, в игре? В принципе, там много чего не хватает. Ну, хотя бы такие небольшие мелочи, да, было бы намного интереснее. Один проехал, набил колею, второму тяжелее, третьему еще хуже, а четвертому вообще там только с тросом. Вот это было бы классно, конечно. Но опять же, речь идет сейчас о моде. Еще раз повторяю, ребята, задумка у владельца, да, и у ребят у мододелов получился вот прям вот наишикарнейший просто агрегат. Прям вот у меня лично слов нет. Вот приятно ездить на классных. Конечно, да, приватный. Конечно, он стоит денег, но я считаю, что люди столько времени потратили, любой труд должен оплачиваться. И понятное дело, что бесплатно ты такой мод нигде не достанешь. И естественно, что такой труд, и я считаю, что это труд, как бы, он должен оплачиваться, естественно. Так, поэтому дальше мы переходим. Так, следующий у нас прицеп идет. Также он у нас грузится. Посмотрим, чем выглядит шикарно. Текстурка, модельки, все классно. Так, переходим. Так, трубы. 6 очков тоже у нас получается трубы. Немножко подгружает. Вот у нас 6 очков, давайте сразу его скинем. Сразу погрузим. Изначально, да, все у нас грузится, все разгружается. Поехали. Уже я в ту колею не хочу соваться, потому что будем долго, ребята, оттуда выезжать. Ну классно, классно, текстурочка, смотрите, да. Это мы повезем на поток 2 трубы для нефтепровода. Слушайте, блин, он, наверное, тоже поднимается, наверное, да? Или не поднимается, я не знаю. Давайте посмотрим. Ё-моё, в прицеп уткнулись. Так. Ага, нет, это просто. Просто такой
прицеп у нас. Блин, ну конечно, красота. Ляпота и красота. Зачет. Давайте скрин сделаем, бахнем. Кому интересно, можете у меня посмотреть в стиме скриншоты. Также в группе, проходите в группу, подписывайтесь. Подписывайтесь на каналы. Есть у меня два, в принципе, а то может быть и три канала, да. Ссылочки опять же в группе, в разделе ссылки есть, там ссылочки и на мои каналы, и на мои группы, на группы друзей там, да, на каналы друзей. Поэтому кому интересно, проходите. Ссылка на группу есть в описании под видосом. Ссылка на владельца данного аппарата будет также под видео, ребята. Все вопросы задавайте Сергею. Ох ты, ёкарный бабай. Блин, ну мод прям, прям мод. Эксклюзивчик такой шикарный, конечно. Это прям дорогого стоит. Классный агрегат, ни хрена там палки, он вырывает прямо из земли. Зачет, зачет, ребята, просто, просто танки грязи не боятся, знаете, вот, вот, вот похожая поговорка можно, может прям идти к этому аппарату, прям подходит. Танки грязи не боятся, ребята. Блин, ну конечно, все эти анимации. Даже вот, вот на выхлопной трубе анимация тахометра, это, конечно, прям... Молодцы, ребята, молодцы. Слов нет. Слов нет, одни эмоции, да? Так, где у нас мышка? Потерял я ее. Ноги. Делаем, делаем ноги, как говорится, да? Выдвигаем опоры. Так, отцепляем прицеп. У нас, естественно, грузится. Идем дальше. Не забыть бы нам, ребята, про техничку, да? Но техничка будет в конце. Давайте мы с техничкой просто порысачим под музончик по полигону. Да? Делаем такой вариант. Так, еще у нас тонар, ребята. Это на 4 очка. Еще один прицепчик такой классный. Так, ну давайте мы его загрузим сразу, да? Тонар. Грузим. Охренеть. Какой-то щебень. Кирпичами, да? Давайте отвалим сторонку. Сейчас мы его проверим сразу на подъем. Как оно тут все работает. Так, open. Поднимаем кузов. Все, кузов вместе с грузом, ребят, поднимается. Так, открываем мы борт задний. Все, вот он открылся. Я прям вижу, что он открылся. Да? Ну-ка попробуем. Ух ты. Не хочу скидывать бревна. Хочу, ну давайте. Так, скинуть груз. Что будет? Бам. Все. Вот. Надо как-то нам их вытряхнуть. Так еще не все так просто, как бы вытряхнуть-то, да? Видите? Хоть и поднят высоко, да, но все равно. Вот нету манипулятора, да, вот смотрите сейчас, вот если такая ситуация, что вот сейчас мы опустим его, да. Все равно вот это бревно уже нам ничем не подправить, то есть как бы. Опускаем. Площадка, да? У нас один вариант остается, только где-нибудь шандарахнуть его об столб, чтобы проскочило бревно вперед, как бы, да? Разогнать его. У меня отключен урон. Здесь. Бах. Вот, видите?
Ну, если бы урон... О, я еще и прицеп потерял. И стой, братан, все. Вот тебе и здрасте, как говорится, до свидания. И залезем мы под него, да? Так, ладно, пойдем другим путем. И наша не пропадала. Сейчас мы вообще вот так вот сделаем. Мы его опрокинули, это ядреный батон. Так. Прям его в одно место. Так, а дело-то у нас уже к ночи, да? Нам бы его не кувырнуть только. Поехали, братан, поехали. Мы тебя как-нибудь тут попробуем поставить. Хренас, как говорится, два. Значит, ладно. И сейчас я его кувырну, ядрен батон. И там не переворачивайся, ё-моё. Вот мы бахнули-то об стол. Да? Так, ну сейчас попробуем тут его как-нибудь. Может быть, у нас получится, да, поставить. Оп, стоп. Блина. Что-то надо... Как-то надо... По-другому. Так. Наверное, не засадим его было, да? Попробуем. Попытка не пытка, конечно. Ах ты, ёперный театр, все бы хорошо, да криво, ёп. Дерьмо в стиле, а. Вот как вот так вот я криво заехал-то, иди твой налево. Да бляха, буха. Нет, мне вот самому интересно, ребята, обзорчик у нас затягивается. Так, ночь-день, давайте переключим, ночь-день. Я прям хочу его, заразу, подцепить все равно. Блин, ну все, я его, походу. Подцепил, короче, подцепил, но как-то по-другому, да? Зараза-то. Залез он у нас куда-то под этот, под автомобиль. А, в сцепку он, видите, туда залез. Ёшкин ты кот. Так, вот так вот как-то он уперся, да? Сейчас мы перепрыгнем и сюда вот просто, да? Все, переспамнились, как говорится. Ах ты, куда уехал-то, зараза, сейчас мы его с
Стой, 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 ты куда поехал-то? Блин, вот уехал, стоял уже как надо и все равно укатился. Так, ладно. Я его подцеплю, ребят. Это надо... Тебя мы тут уже развозили-то. Грязище. Как говорится. Так, сейчас мы... Нам прицелиться, главное, хорошо. Машина. Где мышь? Мышь, ты где? Потерял тебя. Ага, хрен нас два, как говорится. Да, Серега был прав, надо тут добавлять, ребят, точки зацепа на крайняк. Видите, не находит эту точку, да? Черт тебя дери. Надо добавлять как-то точки наперед по прицепам. Можно было его фиксировать, чтобы он не откатывался. То нам бы второй автомобиль бы так сюда, хоп. Было бы вообще классно. Так, только никуда не едь, братан. Никуда не едь. Стоит так, как говорится, да, я все уложу. Ну куда ты пошел-то, еп? Мовсе. Далеко, далеко. Вот я про чё. Нет, ребята, обзор затягивается. Извините, конечно, но это дело принципа. Замутить-то. Так, а сейчас мы что-нибудь замутим. Блин, копыта не прицепил. Где вы есть-то? Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец, пацаны. Так, мне интересно, получится у нас или нет. Обзор затягивается, да? Как говорится, произошли. У нас тут небольшие вопросы по поводу прицепить прицеп. Это я уже пошел на принцип. Хотите, ребят, смотрите, хотите, не смотрите. Но сейчас будем пытаться его загнать все равно. Плохо, что вот знаете, в чем беда? Ноги автоматически при отцеплении, как на дефолтных прицепах, не выскакивают. Вот что. Вот в чем загвоздка здесь. Вот из-за этого, скажем, и у нас и появилась вот эта проблема по поводу прицепить прицеп. Бамс. Как говорится, ребята, мастерство не пропьешь. Все. У нас удачно получилось.
Так, сейчас еще давайте скрин обязательно сделаем. Все-таки, да? Все у нас вышло. То есть надо аккуратнее. Вот и проблема вот это, конечно, с тем, что отцепляется прицеп, и ноги автоматически, как на дефолте, не выскакивают, потому что потом очень сложно поднять его. А, кстати, да, мы же его разгрузили, едут. Блин, все без погрузки. Все отлично. В принципе, да, все у нас удачно произошло тут. Расход топлива, хочу заметить, да, из-за того, что веса, и действительно машина весит там в районе, там, по-моему, я не помню, скольки тонн, но больше десятки точно, я сейчас точно не могу. Кому интересно, ребят, наберите в интернете, посмотрите. Ну, он что-то там в районе, там, может быть, 12 где-то, или как-то там что-то весит, если не больше. Вот, поэтому расход топлива, сами видите, бак у меня в реальном автомобиле 500 литров. Но тут пока стоит 1000, в принципе. Ну, можно и поменять это, естественно, все. И расход действительно у него и местами доходит там до 40 там с чем-то литров. Я помню, что я вот даже 40 проскочил, 41. Возил Маза на трассу 7310 с ремонтными частями заглушенный, то есть там выходил, он выдавал вообще там 40 с копейками, то есть поэтому тут топливный бак, конечно, надо за топливом обязательно смотреть очень хорошо, то можно проворонить где-нибудь, остаться из солярочки, да? Так, ну и все, в принципе, у нас тут все вышло, все мы тут прицепили, проверили этот значит прицеп. Ой, опен кузов, ноги нам надо. Давайте отцепляем ноги. Так, все, отцепляем прицеп. Стоит, погнали дальше, что у нас еще тут есть. Посмотрим. Все это или еще что-то есть, я уж точно, если честно, не помню. Так, стоим. Гараж. Значит, это у нас был. Так, трейлер тент. Это другого мода, все. Так, цистерна, дуга, мигалки, платформы, цепка, тент, бак. Все, в принципе, да, все мы сделали, ребята. Отцепляем мы сцепочку, да. И ставим, у нас еще есть тут техничка. 1000 ремонтных очков, такая в цвет. Кстати, можно залезть, посмотреть. Тут у нас, я наблюдаю, что там есть сиденье, окна все просвечивается как положено, да, сейчас мы туда вовнутрь, естественно, проберемся, я думаю. Естественно, смотрим, да, тут у нас 5 сидений, то есть можно было сюда, конечно, в качестве груза, например, да, или дополнительного аддона посадить 5 человек, поставить какие-нибудь тут, может, канистры, бочечки какие-нибудь, да? Газовый баллон стоит. Ну, классно, классно, ребята. Даже внутри все прям вот по красоте. Зачет. Прям зачет. Вот. Так, камеру возвращаем. В принципе, да? Можно как-то, я не знаю, развернуть его сюда. И щелкнуть, сделать вот такой скрин. И все, давайте еще раз, ребята, я повторюсь. Значит, мод приватный. Человек дал на обзор показать вообще, какой прекрасный мод ребята ему собрали. То есть, вот. Значит, модели текстуры Сергей Бочаров, Сергей Пасечник, Рони. Аддоны Сергей Бочаров, Сергей Пасечник, Рони. Колеса Сергей Пасечник. И мод сделал Рони. Значит, владелец мода — это у нас Сергей Зубов. Ссылочка на Сергея будет в описании. Кому интересно, как все это делается, заказывается и так далее, можете подписать, поинтересоваться у Сергея.
А так, в принципе, по поводу там приобретения модов, там заказа модов, это можете писать Рони, Сергей Бочаров, Сергей Пасечник. Обращайтесь к ребятам, ребята делают моды. Это мододелы, и поэтому можете написать им. В принципе, они все есть у меня в группе, в друзьях, поэтому можете пройти, найти их. Это не составит большого труда. И все. В принципе, вот такой у нас получился обзор на такой классный приватный мод на МЗКТ 750-440-10 сидельный тягач Волод 8x8, полный привод, да. Модик, еще раз повторяюсь, для тех, кто плохо понимает или вообще не понимает, что это приватный мод, ребята, и писать мне по поводу, дай ссылку там или что-то еще, можете не писать, это все бесполезно, я просто буду нахер банить и все. За назойливость, как бы, вот. А так, в принципе, ссылочка будет на владельца, пишите. На, если где-то увидите на канале там другие приватные моды, читайте название, ребята, понимаете, что приватные — это за деньги, это не просто так. И по поводу что-то дай, что-то кинь. Ничего не дам, ничего не кину. Хотите — обижайтесь, хотите — не обижайтесь. Мне насрать, если честно, на это. Потому что немножко надо головой думать и понимать, что если дают люди на доверие приватные моды для обзоров, то, естественно, как нормальный, здравомыслящий и порядочный человек, я ничего никому не дам. Потому что дается это все именно для обзора, показать, для рекламы какой-то и остального. Поэтому ко мне по поводу что-то дай там или кинь, можете, ребят, не писать. За назойливость и за непонятные и глупые вопросы там буду банить просто, потому что у меня таких любителей многовато, так что имейте в виду. Вот модик мы показали, да. Все, в принципе, я уже с вами тогда прощаюсь. Всем здоровья, счастья, главное — здоровье. Будет здоровье — будет все. Будет и счастье, будут и деньги, будет и желание что-то делать, если оно будет. Так что всем здоровья, мирного неба над головой, удачки. С вами был, как всегда, Драйвер 51 Рус. И сейчас еще буквально там пару минуток я под музончик покатаюсь по полигону. Уже с техничкой, с этой, с техпомощью, да, порысачу на полигоне под музон. И все. Всем удачи, до новых встреч, подписывайтесь на канал. Кстати, на это, на мой новый канал, это будет на новом канале. Посмотрим, может быть, и на старый когда залью. Так что, всем-всем, ребят, удачи и пока. На обзоре у нас был приватный Волод от Сергея Зубова. Парни, спасибо за собранный мод. Серега, спасибо, что дал на обзор. Всем тоже здоровья, счастья, удачи, успехов во всем. И все, погнали.
See you.